Так, здорово. Скажите, пожалуйста, качество норм? А то вчера я понял, что я стримил с крыши ночью еще в энергосберегающем режиме. И, видимо, камера сказала мне: чувак, я ночью в энергосберегающем режиме не могу показывать крышу нормально, я буду показывать вам Майнкрафт. Во! Теперь норм. Короче, это крыша. Это крыша нашего отеля. Я от самого конца одной части крыши иду к другой. Тут, в общем, бассейн. И куча людей. Куча людей и бассейн. Я сейчас приду к нашим, которые там где-то купаются вдалеке. Это такой вот прикольный видок. Видок. Он... Кто-то хочет выпрыгнуть с крыши, походу. На самом деле, там нельзя упасть с крыши, там... Вообще, наверное, можно. Но там еще есть одна ступенька. Можно упасть на нее и валяться. Тогда на тебя будет литься вода сверху. Что-то офигенно, на самом деле. И тут плюс 30. Я приехал из Москвы, где было плюс 3, по-моему. И когда я вышел здесь в куртке из аэропорта, я понял, что куртка — это лишнее. Тут, по-моему, на этой крыше 24/7 какой-то движняк. Потому что здесь, в принципе, всегда тепло. А, вот и наша. У меня этот... У меня дневной стрим с крыши теперь, потому что ночной плохой получился. Просто экстрим правила. Мы тут обсуждаем игру «Каменное лицо в Таиланде». Ну и чё? Сидит 8 мужиков за столом. 8. Под столом сидит барышня. Барышня. Таиландская. Ты не знаешь, барышня? Не, ну подожди, я понимаю это. Да, не, ты не знаешь, барышня это или мужик? Да-да-да. То есть... И она делает одному минет. И все остальные должны угадать, кому. Не, ну это понятная история. Да, а да. Если они угадали... Что, если тебя угадали, то ты следующий подкатишь. Ага, это специальное каменное лицо. Мы придумали охренительную игру. По-моему, это называется «Сосущее лицо». Так, слушай, это... Ну, короче, мы тут обсуждали, тут слишком много этих. Мы обсуждали, как отличать азиатских девушек от азиатских не девушек. Но надо присмотреться. Куда? Подожди, куда? Это нереально. Не нереально. Я устал. Нереально. За такие собрались эксперты. Давай, я давай. Я был в Таиланде, но эксперт по Таиланду Виктор Волков. Ага. Говорит, что там мрак. Говорит, там мрак. Мрак. Я не был тоже в Таиланде, но я смотрел... Самая вызывающая черта – это рост. 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 А кады? А писюн? Писюн, ты тоже ты можешь узнать. Нет, писюн это уже в конце. Да, это уже ты же не подойдешь так. Здравствуйте. Бля. Да. Ну, да. Если что, это прямой эфир. Собственно, Виктор подходит в Таиланде к людям и говорит: здравствуй. Бля. Наша группа здесь, сейчас там мимо. Здравствуй. Не хочешь с этим? Если он там себе как в этом, блин, запихал в груз? Да нет. Короче, ребят, жизнь комментаторов очень сложно. Очень сложно. Ну да, это же не аналитики, вы сами понимаете. У нас таких проблем нет. Работа ужасная. Ну что, вы аналитики даже не трогаете, вы только можете идти и анализировать. Я могу это проанализировать. Мы знаем, что мы хватаем быка за рога, и не только быка, и не только за рога. Я уверен, что он сможет. Может, если его не трогать, а если еще приходить иногда в комнату и делать температуру нормально. Я сейчас пришел в йогу. Самый дорогой сон в истории спорта. Просто реально $500 стоит номер. Каспер косарь сделал, просто проспит. Еще самолет. При этом, да, еще самолет, да. То есть это... Да, самолет, он самолет, уже самолет короче, $1400, и отель ты, то есть, он $2400 за двое суток пропал. Вот, смотри. Так нам нужно теперь нужно в бассейн с перископов залезть. Давай, так залезай. Внутрь прям. Да, да. Залезай. Нет, ну потом... Давай, я руку одну высушу, дай мне полотенце. Возьму телефон, дай. Ну высушу. Полотенце? Не, я могу залезть сам в воду. Я же могу. Или ты залезай. Я же могу это сделать. Так, сейчас. Главное все достать было. Так. Все, у нас плывем, давай, поплыли. А, поплыли. К краю земли. Поплыли. К краю земли. Ой, плывем. Плывем к краю земли. А края нет. А края и нету этой земли, да.
Если стрим выключится, значит я уронил телефон. Направо посмотри, покажи лучше. Че ты смотришь вон? Что справа? Ну, виды нормальные. Какие? Женщины. Ты что, женщины? Ты что думаешь, наши зрители женщин не видели? Наши зрители, в отличие от... В параллельном окне открыть тоже себе? Женщин разных, да. Им не нужны эти. Хотя, ты знаешь, это лайф. Лайф. Туман. Да, это туман. Но это даже не туман, короче. Это дым. В Индонезии горят леса. Лисы. Да, и, в общем, тут все в дыму, ничего не видно, ничего не понятно, поэтому виды так себе. В общем, из Киева, из Москвы не уезжали, по сути. Да. С Торфяников в леса просто. Сук залагало. Походу, чем дальше уходишь в бассейн, тем больше лагает. Пошли назад. Реально? Пойди прыжок. Какой? Сколько наберешь народу, пока летишь? Ну-ка, дай посмотрю. Там даже воды нет. Прыжок Ярик. Есть прыжок Веры. Походу, что-то тебе вода не помогла. Бассейн не спасла бы. Ну да, пожалуй. Это была бы та самая история, да, когда ты разбиваешься об воду, как об асфальт? Да. Сразу так гвард. Но мне кажется, это еще не такая, или такая уже высота. Такая. Хватит, да? Ты с моста можешь просто переломаться с какого-то хорошего. Не, ну, если неправильно прыгнуть, можно там... А сколько тут метров? Метров 100? 160-170. Ну, типа 57 этажей, каждый где-то 2,5, ну, 3 метра, да. Ну, с перебивками, ну, с этими, с перегородками. А, еще первый этаж такой большой. Так, нет, первый этаж большой, за счет того, что крыша идет, это уже продолжение следующих этажей. Ты бы не купался, а гайды пилил. Алло. Алло. А что сегодня будет на Тайдхантера? А ты сказал, что там щиток надо покупать? Нет. Сложно идти. Я сказал, что не надо щиток покупать. Почему? Чтобы быть профессионалом, не надо щиток покупать. Почему? А что ты будешь делать? Подожди, ты Тайдхантером говорил, что надо сложно идти или нет? Ну да. И без щитка. Так кто щиток покупает на Тайдхантере? Я покупаю щиток на Тайдхантере, лол. Поэтому ты и комментатор. А как ты будешь фармить Эншентом? Как ты будешь Эншентом фармить? Да с Кракеншеллом не стакается, слышь, чего? Я понимаю, но она линии как стоит. Просто Кракеншелл качает. Да. Ну а что тебе не мешает? Это глупо. А что ты покупаешь? Тапочек и танго, что ли? Или манго? Манго, танго. Не, ну можно манго, да. Манго, танго. Мне кажется, когда я записывал этот стрим, не было еще манго. А ты проиграл? Лишняя мана на нем. Проиграл. Проиграл? Какой? Ну, где ты записывал по Тайдхантеру. Да в смысле? Там же не по одной игре, там из кучи игр, да. Это же профессиональный гайд, а не вот это вот от школьников. Да, я помню. Я смотрел твой профессиональный гайд на... кого же школьников? На суппорт Клинца. Вот. И это называется по-другому. Нестандарт. Нестандарт. Вот суппорт Клинц был хороший. Все, короче, я выключаю стрим. Вы увидели теперь это великолепие. Как днем. Мы работаем. Как да. Мы работаем. Все. И завтра мы запустим стрим отсюда же. С ноутбука зайдем, типа. Оп, сюда КВП. Перископ что-то поставим, будем комментировать. С этим же Wi-Fi, да. Да, с этим же Wi-Fi. Будет немножко лагать, но ничего страшного. Будет немножко. На 240 мы потянем. Да. Немножко лагать, но ничего страшного. Ну меньше, чем у Няшкарда.